поехали тогда. Поехали. Сейчас буду ругаться матом. Портите контент. Не надо. Надо, надо. Что-то сидел и монтировал. Как я. А то видишь, ты пишешь с первого раза. Нормально. Вонь-то положим, видите ли. Ой, ой. Сразу мочит. Если там заворочка. Не говори. Фонарик, фонарик. Сможешь добраться до мостика и уничтожить весь боевой комплекс? Вера, вы там не... Понял, будешь сидеть на жопе ровно, все морпехи на бой корабля погибнут. Так что считай, что это не вопрос, а приказчивый солдат. Понял. Так шевелимся. Кажется, они хотят нас убить. Кажется, да. Только пожарился. Я вспомнил, что у меня есть снайперка. Не вижу. А, он здесь слева внизу. Я сверху, с другой стороны совершенно. Есть контакт, готов. На месте. Белла! Белла, это у них, слышишь меня? Надо броню взять. Какие-то люди, их тут... Да, я здесь, здесь. Прячусь где на складе белка? Рядом с грузовым отсеком номер 3. Белка, белка. О, Нил. А где? Хорошо, держись, детка. Мы уже идем к тебе. Все эти вояки люди в Эйланд-Ютоне. Бом, расслабься, у него все, ебри уже есть. Да я ищу эти патрошки в бронюшке. Ой-ой-ой! Что-то прячут, и свидетели им совершенно ни к чему. Поэтому зачисти тут все как следует от этой мрази. Понял тебя, Белла. Парли, автомат включаться, мне кажется. Выполняй. Черт! Не пройдешь! Просто нами, парень. Че, давай туда не пойдем. А! Да. В этот залезай. 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 Че, подожди, что ты? За тебя стоит хреновина. Ну никак пока. А, сейчас. А, это плохой знак. Что будем делать? Даже не знаю. С автопогрузчиком справишься? Ну, тогда я полез. Общение, если не работал. Полезай, полезай. Дорогу. Ай-два, 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 ай-два. Это самое, все позаржено. Сэр, вы это видите? Видите? Кто все эти люди? Мне кажется, это слева. Слева ни хрена нет. Здесь тварина. Так, слева там чуть чисто, да? Да, да. Ах ты, ёпки-палки! Где? 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 Иди, противная! Компьютер. Да-да-да. Доктор Стэнтон, я отклоняю вашу просьбу. И делаю это по одной простой причине. Поверьте, вам совершенно не о чем беспокоиться. А я чё, понимаю, что делать? Вы сейчас чувствуете. Поверьте, пару недель назад я фактически был на вашем месте. Но меня заверили. Я подчеркиваю, заверили, что нам абсолютно ничего не угрожает. Думаю, вы уже заметили, что наши покровители приняли дополнительные меры безопасности. Пока на борту Зулака находятся наемники, вы можете быть спокойны. Не угрожали? Не угрожает, говорит, ничего. А, не угрожает? Да, практически совсем, его. Так, развали дырку. Давай.
дробовичок, это, мне кажется, для близких контактов нормально пойдет. В переводе Гаврилова, кажется ли. Ай! Ты видел? Целился. Она хотела на тебя прыгнуть. Хотела. Иди вперед вообще. Там близкий контакт, там разбирайся. Тебя не прикроет, который очень стреляет ни хрена. Где она твоя? Она еще там? Все. Готово? Нет, еще одна где-то. Готово. Сиди так, а жди, спин напасть. Ай-яй-яй! Да, тут мерзко, как, я сказал бы. Как прыгнет на меня. Так, слушай, так. Да, тут уже есть какая-то книжка. Чего было? Ты не в курсе? Нет. Я тоже. Что там наорал, я не в курсе. Походу мы должны вернуться, нет? Да, ну, давай посмотрим. Чё посмотрим? Я вот не знаю, вот здесь я нажал какие-то. Вот. Не, вот свет открылся. Это я сейчас открыл. Ну вот, нажал. Да? Что ты хочешь, не пойму. Ну думал, мало, может сзади что-то еще есть. Ничего нету. Ты какой раз проходишь? Тут уже ничего нету. Да, я думаю, помню, что чё, ну как? Ну, понятное дело, что. Так как первый? Да. Так. Где там? Идешь? Да, ты ж прийти даже уже. А, не откроешь. Это я. Е-бэби. Белла. Это была эта штука, когда ты очнулась. Ты точно в порядке? А Нил, она была уже мертва. У нас будет бэби. Попала под обстрел, мы идем отключать боевой комплекс. Учитывая скорость, будет еще и даже монтаж. Я в полном порядке. Что ты как маленький? Идем. Сифора, говорит Уинтер. Мы нашли Беллу из Рина 2-3, но нас обстреливают люди в Эйлот-Ютоне. Направляемся к мостику. Укажите кратчайший маршрут. Следуйте через инженерный отсек к рельсам. Понял, Бишоп. Через инженерный отсек. Буду докладывать обстановку. Винтер, ты где? Где ешь? Да. Оба-на, короче. Говорит Рейдер 6-5. Вижу три Шайена. Они высаживают морпехов на Сулака. Ура. Парни, не стреляйте по своим, а гадов из Вэйю отправьте прямо в ад. Наконец-то прибыло подкрепление. Почему мы уходим с Сифоры? Из крупного калибра. Если не доберемся до мостика, погибнут люди. 2-1. Вы добрались до рельсов? Почти на месте, Бишоп. Сейчас, подожди, эту броньку заберу. Давай. Значит, не сосу куда идти. А, вот. Я пока дверь звоню. Давай. Пока чисто уже. Ты идешь или где? Да, я за тобой. Туда. Понеслась. Говорит Сифора, поднимайте в воздух все, что есть, и увозите оттуда всех наших. Всему экипажу Сифоры покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Новые пассажиры капитана Сулака. Повторяю, Сулака. Конец связи. Сулака, это Уинтер! Продвигаемся по рельсам в сторону мостика. Что там происходит в первом грузовом? Аккуратненько, не трать там, дорогие. Да, попал хорошо.
раз двоих. Пулеметчик сразу. Ну, мне сейчас их бьете, надеюсь. Все. Я бегу, бегу, бегу. Смотри, ты счет его остался. Сейчас другой. Все, готов. Можешь понять, не успеть даже. Да я не успел их поднять. Тебя-то как? Один готов, а Кас-1 ты еще же уже выбрал. У-у-у. Я так одного... Я направо смотрел в основном. А левый, кажется, как только свалился, то нет, он слева как раз стоял. Ладно, не бегу. Я вижу, сейчас он завалил. Не стреляй, ракеты. Всему экипажу Сифоры погибнут. Они так убивают. Сулака, это Уинтер. Да, я со стаперки поработаю. Что там происходит в первом грузовом? Эй, так мечется, хрен попадешь. Тараканы, блин. Наши парни рассчитывают на тебя. Не вижу, блин, здорово. Одного снял. Еще одного тоже. Давайте, а я тут попробую издалека. Раз. А чё он один-то? Я тоже так подумал. Второй испугался, блин. Шакалы, а, вонючие. Сифора стреляет по нам! Наверное, они хотят вывести из строя орудие. Да что за хрень? Обстрел не точен. Мы убиваем своих морпехов. Мне кажется, через 100 можно раньше появятся корабли Сулака, Сифора. Угу. Энтерпрайз уже пытались назвать какую-то хреновину. Ну, а кто не бегали сейчас только что? Я в зале прикрыл. Чисто, да? Нам, наверное, наверх. Сюда. Сейчас посмотрим. Нет, нифига не сюда. Не, сюда иди. А, вижу. Правильно, лифт там. Со стороны. Сам нажимай. Очередями!
Как-то так. А ты граната? Блин, справа, да все. Ух ты, ух ты, ух ты. Мне там друзья причем. Подумаешь? Где ты? На воде елка. Готов, потом встал. Броники. Еще броню накину. Все уже был. Не знаю, не видел. Я был за ним другой волной, да. Слева где-то. Где он лопнет-то? А, вот они. На сайте. Получил, гад! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Чё там? Ну, патроны, броник. Да. Патроны опять. Да я пытаюсь, он за балкой. Один раз попал, второй раз попал, третий раз попал, четвертый раз попал. А что это? Готов. Шустрый, несмотря на свой вес. Надо прослушать до конца, похоже. Его можно не... странно как-то не сказать активировался, забаговался.
Да пошло, наверняка, все равно успокоился. Нихи ворвануло. Чуть там ванил, чуть не оторвало, походу. Сота. Да, корабли стреляют друг в друга. Кто же захватил боевой комплекс Сулака? Похоже, мы скоро это узнаем. Наверняка мостик серьезно охраняется. Так замочи их всех. Цель уничтожена! Даже пострелять не дали. Хреновая засада у них была. Поставили одного так, да? На секси. Ага. Да не, паракер вышел. У меня есть. Турели! Стрелять тут без толку! Обойди их и отключи ко всем чертям! Ого! Сука! Один есть. Одну тоже отключил. Я больше не вижу. Давай, давай! Там турель. Там дальше что ли стоит, да. Или нет? Сейчас не один. Надо войти, сейчас будет как. Там пулеметчик такой. Я вот тоже не работаю. Готов. Издалека с подручней. Знаешь, что готов? Сейчас. Вот сюда. Обошел, можно, может, что-то пропустили. Жми там, что нажимай. Нажимай сам. А я окошко смотрю. Мы добрались до мостика. Как задание выполнено. Я. Поздно. Сэр, о чем вы? Мы же здесь. Сулака, СОС! СОС! Реактор в критическом состоянии. Мы ничего. Извините, сэр, мы не смогли. Экипаж, внимание! Говорит Сулака! Всем приготовиться к столкновению! Я горжусь тем, что служил вместе с вами! Храни вас, Господь! О, боже! Парни, мы провалили задание. У вакуума есть звук.